Коры домов 68 по 71 и с 86 по 89 микрорайона Д считается участком проблемным. По словам жителей, весной и осенью здесь, как говорится, не пройти, не проехать. Однако в ближайшие 3 месяца ситуация разрешится. На этом месте запланировано благоустройство территории. Этот двор ждет большая реконструкция. Кстати, в обсуждении дизайн-проекта будущего благоустройства участвовали и сами жильцы. Дело в том, что с 2018 года будет реализована программа формирования комфортной городской среды. Часть денег внесут сами жильцы. За установку детских, спортивных, хозяйственных площадок и озеленения собственники добавят из кармана 5% от общей стоимости этих работ. Сумма зависит от площади, в которой проживает собственник. Например, за 80 квадратов жилец заплатит 1600 рублей. Такой взнос разовый. С жильцами специалисты встречались уже несколько раз. Окончательный вариант с предложениями горожан был подписан практически всеми. Остро очень стоит вопрос по парковкам, автостоянкам, потому что почти у каждой квартиры есть автомобиль. И, соответственно, остро возникает вопрос, где его парковать. И, конечно же, охота видеть возле своего дома озеленение, чтобы глазу было радостно видеть, где будет детям поиграть, чтобы все это было благоустроено. Сейчас реконструкция площадки находится на этапе завершения всех документов. Вскоре будет определена подрядная организация, которая займется благоустройством двора. Аукцион состоится согласно графику, согласно закону 44 ФЗ 31.07 и заключение контракта не позже, чем 22.08. Но я надеюсь, что это пройдет значительно раньше всего. Данный проект почему так поздно начали работать? Значит, сейчас согласно опять же закону, проект благоустройства жилых домов должен пройти стадию обсуждения, согласования с жителями данного микрорайона. С планом проекта уральцы смогут познакомиться на сайте администрации 10 июля. Преобразится двор к концу октября. Светлана Жигулина, Александр Кашкин. Специально для новостей.